Каждый регион пытался как можно дольше задержать у себя на стенде главу Кабмина. Без особых сложностей это удалось сделать Краснодарскому краю. Проект, который представляет столица Кубани, сам по себе необычный и, можно сказать, дерзкий. В Краснодаре ищут инвестора для строительства воздушного метро. По сути, канатной дороги прямо в городе для перевозки пассажиров. Я сегодня читал, это вот канатная дорога, да, вместо метро. А сколько вы хотите станций сделать? 32 у нас, как получается. Нам 32, там не 2 километра дороги. Где автобусы на канале. Вместо личного, чтобы снизить нагрузку на неоширенную сеть, на 7-8 количество автомобилей, ежедневно находящихся на улицах города. Канатное метро уже в первые годы своих. Краснодар, с точки зрения климата, мне кажется, это точно потянет. Надо вот продумать вопрос о локализации и... Высоко Дмитрий Медведев оценил и инвестиционные предложения Сочи. Олимпийская столица планирует подписать соглашение на сумму 17,5 миллиардов рублей. Это и строительство концертного зала рядом с федеральным образовательным центром «Сириус» и проект по благоустройству Лазаревского района.